Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем играть в Headstone. Как вы видите, я наконец-то набрал необходимое количество крючков и построил арену. Теперь в режиме наемники можно будет играть против живых людей. Так, ну что ж, попробуем. Поиск тут у нас такой же. Насколько это будет увлекательно, сейчас увидим. Как тут подбирают соперников. Сейчас в полях сражений первое место занял, вот, и набрал крючки. Там еще заданий несколько выполнил. Ну а дальше можно вот строить, чтобы больше заданий давали. Еще один костер, еще какую-то штуку. Начнем вот так. Я оплачу твою смерть. Или так же можно только... Я готова. Не время витать в облаках. О, он тебя набрал. Или это комп? Если у вашего противника под контролем есть дракон, получает плюс 6, плюс 6 и натиск. Дело сделано! Чем они больше? Одна искра может сжечь весь мир. Садил одного. Так. Я не могу больше. Сделано. Thank you.
Вселенным Милхаусом Манаштара! Забью молнии как топором! Одна искра может сжечь весь мир. Откуда у него такие карты? Я вломлю как топором! Искра может сжечь весь мир. А у него еще две карты. Обалдеть. Дело сделано. Не беспокойся, дитя мое. Мать-Земля присмотрит за тобой. Владеешь великой силой. Эх. Используй. Попробуем еще раз. Может, он просто получше раскачался. Да, и надо было зайти в книгу. Ну-ка. Успею. Может, там кого улучшить можно. Вот, ромаш. Добивание плюс 9 к атаке. Сильнее теперь. Создать ничего нельзя. 36-45. Король Лич, вот по идее, скоро должен появиться, да? 18 на него надо еще. Хотя он 126 не создан никто. Там, наверное, по-разному. Так, ну попробуем еще. Без снаряжения тут.
Хотя, может, если дальше как-то зайдешь, может, после одного боя там продолжение какое-то есть. Что долго ищет в этот раз. О, кого-то нашел. Я буду сражаться! Я несу жизнь и надежду. Показывает, у кого сколько кого. Дело сделано. За сколько не показывает, что использует. Дело сделано. Ромаша выводим. Я не могу больше. Дело. Не, он после делает. Больше!
Дело сделано. Я готова. Добавляет персонажа. Ты беспокойся, нитяная. В запасе есть. Мать земля присмотрит за тобой. 23. Да, нельзя посмотреть, да? Успел.
этого не больше! Ух ты! Дальше вот тут рейтинг получается. Дальше вот биться. Ну что ж, вот как выглядит битва на арене в режиме наемники. На этом на сегодня все.